Шановні викладчики, студенти, супрацовники факультету. Заканчується 2020 год. Год був для нас непростий. Але, сподіваюся, кожен знайде у гэтым годзе, адыходзячым годзе, штосьці сваё, добрае, тое, што ён запомніць. Надыходзіць новы 2021 год. І хацелася б у сувязі з надыходам новага года пажадаць, перш за ўсё, добрага здароўя, здароўя вам, вашым блізкім. Да здароўя, я спадзяюся, прыкладзецца і нашы поспехі, здзяйсненні і дабрабыт. Поспехаў, дарагія калегі, студэнты, поспехаў у новым годзе. Дорогие коллеги и наши студенты, Новый год всегда ассоциируется с новыми возможностями. Желаю вам, студенты, новых задумок и инициатив. Вам, уважаемые коллеги, четких целей и перспективных планов. Всем нам неугасаемых сил и дружбы коллектива. Помните, Новый год – это время исполнения желаний, ярких эмоций и счастливых событий. С Новым годом! Уважаемые коллеги! Наши любимые студенты, магистранты, аспиранты, все те, кто связан с историческим факультетом Белорусского государственного университета. Моя большая честь и огромная радость поздравить вас с наступающим 2021 годом. Мы оставляем очень сложный год. Мне кажется, что многие надежды, желания, мечты не сбылись, не успели сбыться. И очень бы хотелось, чтобы все это исправил 2021 год. Чтобы наши устремления, карьерный рост, наши желания были выполнены в следующем году. Плохо говорить о проходящем годе, что он был совсем плохой. На самом деле было и очень много хорошего. Очень много хорошего. Мы заложили хороший фундамент, мы хорошо работали, наверное, хорошо учились, все было замечательно. И поэтому на самом деле желаю, чтобы вот эта непрерывная жизнь мы еще раз почувствовали ее на передовом 2021 году. Всего вам самого замечательного и самого хорошего наступающего. Шановные студенты, магистранты, аспиранты, коллеги, конечно же, віншую всех с надыходящим 2021 годом. Цудовная лишба 21 на 3. Три семерки отрымливается, коли поделить. Так что год повинен быть счастливым. Шмат вам усмешек в этом годе. Удачи, плену у науковой деятельности, в учебе. Студентам, конечно же, это для вас у первую чергу. Хотя все життё мы учимся, так? Учимся и дякуючи вам. Хочу пожелать, каб у кожного в житті был воздействный той кавалочек особистого счастья, який обов'язково потребны. Ну и, конечно, каб дедлайны, каб не вы за ними бегали, а каб яны протягивались, калі что, кто чего не поспел у 20-м годе зарабить. Так что не спешайтесь, у 21-м, я упевнены, у нас будет счастливый час для гэта. Всего доброго, удачи и плену еще раз. Шановные сябры, калегі, выкладчыкі, студэнты, супрацоўнікі гістарычнага факультэта. Дазвольце шчыра і сардэчна павіншаваць вас з надыходзячым новым годам. Хачу пажадаць, каб вы ўсе ў надыходзячым годзе жылі ў шчасці, багацці і згодзе, каб з вас кожны ў жыцці быў бы рад, каб паменей праверак рабіў дэканат, каб вас бык аніяк не крануў, абаронцам для вас, каб ён быў сваю справу, як трэба, любіў. Шаноўныя студэнты і выкладчыкі, выпрабаванні 2020 года навучылі нас лепш разумець саміх сябе, цаніць тое, што мы маем, і верыць у лепшае. Спадзяюся, што гэты вопыт будзе нам карысны і ў надыходзячым годзе. Шчыра віншую вас з Новым годам, жадаю шчасця, аптымізму, натхнення, творчага плёну і новых дасягненняў. А до сяго сэрца віншую вас надыходзячым 2021 годам. Жадаю вам моцнага здароўя, каб ніколі не апускаліся рукі і заўжды былі сілы рухацца наперад. Поспехаў ува ўсіх вашых справах і абавязкова паехаць улетку на археалагічную практыку.